Так, что, ты сам возьмешь или тебе это? Да, сам. Первая у нас рыбка. Да, хорошая. Нормальная. О. Так она, не сказать, что прям хорошо сидит, но отлично. Сколько, по два? Ну да, где-то так. Нормально пойдет. Наконец-то. Вон, видишь, пьет? Да, 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 да. Ну что, я тоже обрыбился. Такой вот маленький щучкин. Да, Антоха поймал вот на такой, на бигтейсте мы его прозвали. Более-менее щучку поймал. Ладно, эту отпустим. Продолжаем дальше. Да, 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 причем конкретно. Че, возьмешь? Да. Ух, какая податливая. Опять на эту байду здоровую. Ну с такой же можно и Андох и сфотографироваться, не? Ну да, можно. Давай с приманкой так. Процедура взвешивания. Три. Три. Три триста даже там, по-моему. Три триста, да. И безмен 120 грамм. Ну, ну 3200. 350. Нормально, порядочно. Приятный размерчик. А это, ребята, 21 век. Не зажигалками паять. Короче, типа паяем сразу же. Да, паяльник на батарейках, на трех пальчиковых. Очень удобно запаивать, да. Все. Все как новое. За следующей трешкой. Да. А лучше пятеркой. И на мой спиннинг. Да ну, у меня размеры какие-то детские. Я таких в Назии наловился, не за этим я сюда приехал. Вот он, карапуз, тоже с пиявкой, кстати, он присосавший. Все, все с пиявками. Что очень странно даже. Давай, подрастай. Да, поставил угря и уже несколько поклевок, и вот даже одну поймал. Кстати, тоже как-то так у меня, как будто как на паузе, что ли, непонятно. Я вроде как притормозил немножко. Не, она очень часто вот из-за хвоста не идет. И проводит до самой его лодки, ну вот на монотонной проводке. А если какую-то там, ну, анимацию делаешь, ага, подбросик там, сбросик, может наоборот. Решил заснять исторический момент. Думаешь, второй раз выбьет из руки? Не, наверное, значит, это и была. Блин, хорошая поклевка, приятная. Как не крупная, так берется нормально, но хорошие сходят. Та-дам! Тоже опять пиявки, ну. Опять вся в пиявках. Вот, давай, гуляй, Вася.
По-моему, да. По-моему, да, опять было. Вот она. Наверняка. Вертушечка маленькая, да. Ну как маленькая, ты что это? Ну по сравнению с этой резиной. О, какая буйка. Да. Есть. Но опять же, все равно крупнее всех моих. Что за бред? Это заговор вселенского масштаба. Да, да, да. Опять карандаш. Новое местечко кинул, я не кидал в это окошечко. И сразу чик. Угря только жрут, да? Да, да, портят. Вон, пробилось-то как-то странно сверху. Сопливая. Блин, прям вообще не даешь проблем. 4-4, да? 4-4, да. Ну, наконец-таки мне попалось хоть что-то вроде более-менее. Не особо, но поклевочка была хорошая, четкая. Там возьмешь? Да, я думаю, да, наверное. Да, 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 да. Тихо. Куда, не поднимешь? Не, поднимать я и не собираюсь, Антох, ты чё, конечно. Ну, вот как-то так. Ну, наконец-то. Душку у катушки осваивай. Ты его забрался, да? Да, да, вот сразу под стенку. Под стенку камыша и сразу есть. Хорошо, хорошо это. Гуляет нормально. Пацак. Пацак дома в машине остался. Смотри-ка, она даже не поднимается. Такая же, наверное. Не, Антох, это покрупнее, наверное. Чуть-чуть. А, пробита нормально. Может возьмешь ее этой штукой? Пробита нормально. Так, Антох, это должно быть 8-5. 8-4. Yeah. Душку ослабляй. Опа. Не, такая же, наверное, да? Или чуть? Ну да. Ну примерно, да. Да, пошло дело. Заработало! Заработало, точно. Продолжаем. Угорь работает. Угорь еле живой, да, но работает. Ну, сейчас, ничего, Руслан, сейчас закончится угорь. Буду менять на 10 рыб. Отлично, отлично, щучка. Наконец-то и Антоха отличился. Да не путь. Все равно более-менее как-то идет плашмя. Нормально. А вот сейчас она. Дома. Хотя не особо хорошенькая, но. Да, наверное, возьму. Да. Тоже нормальная поклевочка такая была. Забываю. Ну вот такая вот еще. Тоже пиявки, все дела.
пиявках все. Вторая поклевка подряд. Ой, заброс подряд. Ну это чуть покрупнее, конечно. Первое это было совсем ни о чем. Ну это-то зачет, да, Антон? Ну это да, ладно. Короче, у нас поднялся ветер. Пришлось связывать пару якорей, чтобы нас держало. Иначе сносит. Как будто не та, та вроде как поменьше была. Тоже не крупная. Приятно. О! Не зачет. Мозолим дальше. Ну да. Хотя пробита была нормально, так крюк. Но... Да? Да, да, крюк торчал через губу. Ну, повезло. Мало. Не попало в копилку. Только сменили место, первый заброс. О, что-то такое. Что-то такое за два. Три с половиной, наверное. Три с половиной, думаешь? Ну да. Блять, ну она сейчас сойдет, она сидит плохо. Давай, сюда. Не надо, не надо, не надо, не надо, не поднимай. Не сойдет. Пишется на это, да? Думаешь? Ну что да. Ну как-то так. Ну да, наверное, да. Три пятьсот, три шестьсот, три пятьсот. Ну, я тебе говорю, биг фиш. Да, три с половиной. Я что-то это. Чё? Два. Короче, несколько штук я уже взял, а эту, вау, торпеду домой отправим. Пока получается самая большая у нас, 3,5. Нормально, неожиданно. Да, приятная. На беспардонно большую приманку сразу же поймал нормальную щуку. За полторашечка. У меня тоже только что была поклевка. Хорошая щука сошла, зараза, скрутила весь поводок. Ей повезло. Опять-таки первый, блядь, заброс. Да. Свежей приманки, блядь. Вот те результаты. У меня сейчас тут была, кстати, хорошая тоже поклевка, но без продолжения. Угу. Новая перестановка. Первый заброс или второй, не знаю. И щучка нормальная. Сам возьмешь? Не знаю, это, наверное, да. Хотя, блин, она больная такая. Резвая? Резвая, да. Самая сегодня, по-моему, резвая. Ну, что творит, я смотри. Тихо, тихо, тихо. Хотя она вообще не сдается. Блин, какая ты нифига дает. Отдай угря. Последний. Пускай. Порядочная. Только хвост торчит с пасти. Да, заглотила хорошо. Ладно, сейчас вытащим и отпустим. Наконец-то долгожданная щука. Уже столько мест поменяли.
Не крупная, конечно, но... Ну, плюс один. Плюс один с натягом. Есть. Один. А у меня сколько? 13, да? Да. 13, 11. Мне напоследок что-то, что-то попалось. Такая, да, более-менее. Тетя Мотя. Опять приманка по уши. Но. Давай, 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 лучше. Она сидит хорошо, она никуда не денется, я думаю. Есть контакт. Нормально, приятная. Ну, полторашка такая, за полторашку, наверное. Два двести, наверное. Даже двух, думаешь? Хочешь завести. Да не, лень. Надо это, надо отрывать. Отрыв. Делать больше. Солнце появилось. Что-то как-то веселее стало. Может быть, да. Выглянуло солнце, и как нам показалось, рыба. Да, рыба заактивничала. Уже три выхода, три или четыре выхода сейчас было хороших. Хватают у самой лодки, но вот только с этой получилось справиться. Ах, та четверочка ушла. О, есть. Первая поклевка, которую удалось заснять за сегодня. Блядь, опять такие, блин, все, все приятные какие щуки, обалдеть. Сейчас попробуем тут взяться. За твои идет, да? Опа! Опять такая же, как эта, но. А ты смотри, у нее хвоста нет. Обалдеть. Нет хвоста, ребят, смотрите. Давай, отращивай. Фига, хвоста вообще нет, убери. Первый раз. Ну. Покажи Мите вообще. Твоим этим энергетиком напоить. Странно, да, нифига без хвоста, первый раз такое вижу вообще. Очередная попытка догнать. Попытка догнать и неплохая, да, такая. Покоцанная, видишь? Покоцанная, да. Опять на коротке, вот вымотана. В самой лодке хватают. Ну, приятные, приятные щучки, увесистые, блин. Мясные, зараза. Отправляются домой. Правда, сегодня не все до дома добрались. Да, да. Что там? 15, 14. 13. А, 13. Все, собираемся мы домой. 12 часов рыбалки позади. Приманка, которая сделала сегодня весь день. Всю мою рыбалку вот в таком состоянии. Антох, покажи-ка, в каком она должна быть состоянии. В таком. Это тоже пожеванное. Ну, немножко пожеванное, да, но выглядит практически как новое. С этой, конечно, не сравнить. Забирай. Все, отлично, половили. Собираемся и едем домой. 4 часа, и мы дома.